Привет, пришла очередная посылка из Польши. Сейчас мы ее вскроем. Разрежем. Вскроем. И проверим, все ли там на месте. Не говори так. Это все на месте. Всегда все на месте. Не, ну бывает разбитое приходит. Что же это? Это нашему папочке спортивные штаны в спортзал. Ты хоть не этот не разрезал пополам? Какие? Не разрезал пополам? $28-$29. У нас 45. Так, ну и конечно наша любимая консерва. Филе с скумбрия 3. И селедка в соусе помидоровой. Угу. Хотя я тоже заказывала филе сельди. Ну, шо? Тоже пойдет. Что ты уже сделаешь? Так, и мыло. Мыло Линда. Фисташка. Кокос. И, конечно, папочки. Вафельки. Еще нам приехало кресло и батут. А кресло батут. Смотрим дальше. Будут ссылки нам внизу. На кресло кто-то отдельно. Все, спасибо, пока.